лечить захочет вот таким образом там, получать, то для него тоже труд существует. То есть это вопрос тупиковый, все. Мусульмане не получат. В принципе, я думаю, что если решать вопрос с мечетями в Москве, то это нужно решать тихо, в кулуарах, без какого-либо широкого обсуждения, потому что тема очень накалена. Значит, и в принципе, я думаю, что подвижки мы поэтому в этом направлении, да, возможно, только тогда, когда основное не мусульманское население Москвы скажет, знаешь, да, нам нужно сейчас, нам нужно, чтобы у них были мечети. Вот нам сейчас. Мы сейчас понимаем, что нам нужно, чтобы у них были мечети. Когда это возникнет, тогда будет подвижка. А пока у нас.